Музыкальный сборник «Щенек Саады», отметили участники презентации, стал большим подспорьем для педагогов по музыкальному воспитанию учебных заведений автономии. Я надеюсь, уважаемые коллеги, что этой книгой воспользуются все те, которым она нужна. И самое главное, что будет польза для вас, для наших детей, для развития культуры Гагаузии и для Гагаузии в целом. Михаил, от всей души, от имени всех коллег своих, благодарю вас за тот труд, за ваши старания, за то, что вы делаете, потому что это, знаете, это великое дело. Автор сборника Михаил Пачи делится. Идея создания книги пришла к нему в период трудовой деятельности. Вся его жизнь связана с музыкой и исполнительством песен на русском и гагаузском языках. Кроме этого, Михаил около 20 лет является музыкальным работником в детском саду. 2 года назад началась работа над авторским сборником детских песен «Щенек Саады», где собран материал был и разрабатывал картин в течение 12 лет. Этот сборник включает 23 детских музыкальных песен на гагаузском языке. Каждая песня является тематической и посвящена праздникам, обычаям, которые мы отмечаем в течение учебного года. Помимо коллег, друзей и близких, пришли поддержать автора и члены его семьи. Михаил является отцом 3 прекрасных дочерей, и все они также занимаются музыкой. Некоторые песни из нового сборника они представили зрителям в зале, аккомпанировал им их отец. Так как в зале было много людей, чья профессия связана с музыкой, они вместе с Михаилом Пачи с удовольствием спели одну из его песен. Музыкальный сборник «Щенек Саады» состоит из нескольких разделов. В нем, подчеркнул автор песенника, каждый сможет найти свою тематику. Книга была издана в количестве 300 экземпляров. Людмила Новак, Влад Табачук, Мария Казако, Новости ГРТ.